Накануне его представили Вениамину Кондратьеву уже в качестве руководителя надзорного ведомства. Указ о назначении Табельского подписал президент страны. Об этом рассказал заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть. От себя могу сказать, я его знаю по работе, мы вместе с ним работали в Северо-Западном федеральном округе. Это глубоко порядочный человек и профессиональный. Поэтому я надеюсь на то, что все задачи Краснодарского края будут выполняться. И в крае будет, с учетом в том числе его работы, жизнь людей будет более комфортной. В органах прокуратуры Сергей Табельский с 92-го года. За это время прошел путь от стажера-помощника до начальника ведомства. 4 года руководил прокуратурой Калмыкии, затем Калининградской области. Этот огромный опыт будет полезен и на Кубани, отметил Кондратьев, добавив, что вопросы безопасности жителей и гостей края в числе приоритетных. Я надеюсь, что традиция взаимодействия, традиция того, что акт прокурорского реагирования должен способствовать разрешению конфликтной ситуации, а не заведению еще ее в больший тупик, будет продолжена. Это очень важно для того, чтобы мы сегодня сохранили эту стабильность, и социальную стабильность, и экономическую стабильность в регионе, и политическую стабильность. Поэтому я надеюсь, что все будет в рамках тех сегодняшних уже достижений, которые край имеет, с вашим приходом только усилится, улучшится. Спасибо за добрые слова и напутствие. Все силы, знания, профессиональные навыки я приложу для укрепления законности, стабильности в крае. И вся работа органов прокуратуры будет направлена только на то, чтобы укрепить законность и на благо как Краснодарского края, Кубани, так и России в целом. Напомню, что ранее ведомство возглавлял Леонид Кадженек. Осенью прошлого года он был назначен на должность заместителя генерального прокурора России. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.